Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Детол, и мы продолжаем играть в Clash Royale. Ребята, всем привет! Всех с Новым годом! У нас Clash Royale. И сейчас мы откроем сундучки, да, конечно. Да, давай откроем сундучки, посмотрим, что у нас. Так, голда, надгробие, стрелы, все отлично. И еще бесплатный сундучочек, тоже голда, ракета и пушка. Ну ладно. Вот так вот, ребятки. А мы тем временем продолжаем играть. Испытание громовержца. Да, ребята, да. Мы видео записывали заранее, потому что вот так получилось. И мы до сих пор проходим испытание громовержца. Наверное, оно уже закончится само времени, когда выходит видео. Но тем не менее, поиграем. Колода у нас та же. Вот она, гоблины. Мы пытаемся тащить гоблинской бочкой. Да, гоблинская бочка в кипи с зеркалом, ребята, у нас дает очень хороший результат. Ну да. Что же, в бой. Давайте попробуем. Ах, затащить. Так. Отлично, мы начинаем с печкой. Уже хорошо, мы можем ее поставить на деф. Что будет соперник делать, надо смотреть. Ах ты ж, смотри. Ну ничего страшного. О, слушай, он тоже, похоже, дело с гоблинской бочкой играет. Надо дефить. Да. Да, против бочки будет сложно. По всей видимости, он, возможно, такой же прям тактикой играет. Но, ребята, смотрите как. Ему нечем отдефиться, и мы просто, он просто сливает. Слушай, никуда. Он так же дефится, как и мы, прям. Походу, дело, у него такая же колода. Мне прям такое ощущение складывается. Но только единственное, у него шахтер. Шахтер есть, который, зараза, сейчас вот да, конкретно. Да, шахтер и бочка у него, ребята. Вот его тактика. Ах, ты смотри, как еще и бочку кидает. Давай, громовержец. Слушай, красавец, на самом деле, уже неплохо нам покоцал. Вот такой вот издалека пытается нас атаковать постоянно. Хорошая тактика, на самом деле, ничего не могу сказать. Да, шахтер, конечно, тащит, ребята. Шахтер вместе с бочкой. Нам надо на деф откладывать. Да, нам нужно сейчас подумать, как мы грамотно. Да, вот здесь еще плохо. Она сейчас будет нас дамажить, а у нас нет бревна, к сожалению. Ладно, нужно, давайте сольем туда. Ах, нормально, слушай, она. Ну, что он будет? Будет дефиться как-то? Да, он дефиться громоверцем. Хорошо, сюда мы ставим тебе друзей. Развлекайся с ними. Но еще одна бочка зеркала у него есть, ребята. Не, он же не бочку использовал, подожди. А, не бочка была, нет? Не. А, или этот, шахтер был, да? Да, шахтер. Так, ну что же, лучницу, я думаю, мы разнесем. Слушай, одну башню снес нам, ты смотри как, а? Обидно, нам практически потеряли одну башенку, но. Ну что, ах ты, слушай, лучница, походу, дело сейчас начнет, дамажит. Печечка, выпускай, ай-яй-яй-яй. Ох ты, смотри как, а? Так, ну что же, оба-на, отлично. И в атаку идем. Слушай, опять он конкретно дамажит прям вот. Слушай, прям даже скелеты нас не спасают, а? Слушай, а давай попробуем вот просто на шару выпустить ему. Ай-яй-яй, как не вовремя, как это было неудачно сделано, а? Просто очень неудачное решение было принято. Так, ладно, надо сливать срочно. Да, мы потеряли, к сожалению. Так, нужно что-то более агрессивное сделать. Так, здесь мы сделаем так и так. Что он будет делать? Стрелы у него еще есть. Ничего себе, что у него за колода-то такая? Так, хорошо. В принципе, можно попробовать. Мы уже рискуем. Ох, ребята. Так, ничего не поделаешь. Да, ничего не поделаешь, ребята. Ну, да, красавец, ничего не скажешь. Одолел нас. Да, еще и смеется. Ай, как же это некрасиво. Ну что ж, еще одно поражение, ребята. Реально нам не хватает скилла в этой игре. Еще нужно это признать. Так, ну что же, еще один бой, еще один заход. И надеюсь, мы не сольемся. Ух, мы играем все онлайн. И здесь нет никакого. Так, слушай, вот это очень плохо. Потому что я даже не знаю, что нам да, слить. Да, можно бочку сливать. Или она нужна? Ну, бочка нам нужна. Давай попробуем, а потом как нам дефиться. Ладно, давай попробуем вот так вот слить. Просто слить. А здесь запустить и. Слушай, он 4 использовал. Да, мы немножко атаку его замедлили. Да, у нас нету. Ох, кладбище, ребята. Да, использует кладбище. И мы здесь громовержцы вместе со всей этой. Громовержец. Так, бревно еще приходится использовать.
один скелетик там сзади был. Ах ты, смотри, удачи еще пожелал. Ну ты какой, а? Так, и мы начинаем дамажить немножечко. Хорошо, ну, небольшой дамаг нанесли. Да, Громовержец все-таки неоднозначный такой герой. Так, ну что же, нам бы фаербольчик сейчас им запустить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да... Не теряем, тем не менее, башни, но походу дело... Ну, осталось совсем мало, ребята. Да, он по эликсиру нас просто делает конкретно, если он сейчас просто выпустит этих... Как их называется-то? Кладбище поставит, то нам будет... Нам да, придет... луч ставит на две стороны. Да, он будет готовит атаку у нас... Ух ты, слушай. Там громовержец... Зарядил. Так, я даже не знаю, что нам сейчас... Армию скелетов еще, ну... Давайте попробуем так отдефаться. Здесь так. Ну, наш громовержец идет в нападение. Пробуем атаковать. Бочку закидываем ему туда. Так, что он будет делать? Зап. Зап использовал. Все, он говорит нам удачи. Походу сейчас делал будет что-то. Атаковать. Запланировал что-то ужасное. Так, печку ставим? Да, печку поставим. И еще одну печку. Ну, кстати говоря, на самом деле может действительно попробовать просто здесь на деф поставить печку. Здесь мы ставим так, так, так. Ай-яй-яй-яй, слушай. Не очень хорошо получилось, но тем не менее. Разброс идет у него. Так. И пробуем взять башню. Так, он тоже. Слушай, мы еще одну печку сюда поставим. У нас уже просто три печки будет идти. Здесь, правда, у нас лучницы. Просто коцают конкретно нашу башню. А, ты смотри, 136 осталось. Ему два огненных шара и все. О, он сейчас возьмет башню 100%. Ну, не факт, что он прям ее возьмет. Так. Гоблинская башня. Что-то отбиваются там наши ребята. Слушай, я не знаю. Ну, конечно, каким образом? Здесь. Победить здесь будет очень тяжело, я думаю. Так. Так, выставляем. Ты смотри, орду миньончиков он... Прям конкретно... И опять кладбище. Ты смотри, как, а? Кладбище и все, я думаю... Да! Обалдеть, ребята. Два поражения, к сожалению, два поражения. Очень и очень обидно. Ну, что поделаешь, ребятки. Вы сами видите, что это сложно... Да, я думаю, тем более уже под конец испытаний, когда все приноровились, уже все, не знаю, ну, как бы, вот мы, нам так и не удалось. Ну что ж, я предлагаю тогда сыграть в онлайне еще один бой, вот наши колоды, которые мы продвигаемся, не знаю, если сейчас и ей еще завалим прохождение, это будет мега обидно. Так, противник 8 уровня, угу. Что он будет делать? У нас тактика. Мушкетер, противник ушел и снова вошел. Вот это вот я не люблю, вот эти вот движения, телодвижения, противник исполняет, то выходит, то входит. Пробуем сразу провести атаку. Так, мушкетеры разбежались по разным сторонам. Один защищает, а бревно использует. Так, ладно, хорошо, пока что мы идем в нападение. Пах-пах, мушкетеры штормят там неплохо. Слушай, очень неплохо. 1392. Ну, это, понятное дело, это запчиком легко, просто оба-на, вот так вот. Да, здесь и у нас шахтерчик. Огоньками мы... Давайте. А, слушай, все-таки долетает. Миньоны долетают и коцают нашу башню практически на равных, ребята, мы. Так, ну что же, давайте опять мы запускаем нашего... Ледяной големчик. Ледяного големчика. Очень медленно он идет. Что, он, смотри, он ждет, по ходу дела, нашего хода какого-то. Ну, давай, варваров. Да? Нет, мы используем мушкетеров. Мушкетеров и... Так, здесь было неправильно сделано, но... Так, ну, в принципе, нормально. Два идут. Ай-яй-яй-яй. Миньончики, ладно, отдефимся сейчас от них. И, тем не менее, один мушкетер там продолжает... Да, ребятки, мушкетерчики, конечно, тащат. Хоть они и 9 эликсира стоят, но... Фух. Да, не забывайте, у нас есть еще дичайшие варвары, которые мы в какой-то момент выпустим. И... Сейчас пока что дефик поставим небольшой. В принципе, можно начинать
выпускать нашего здоровячка. Так, ну интересно, мы накопим. Ох ты, слушай, через шар идет. Нам бы накопить сейчас 9. 7, 8, да, я думаю, мы накопим 9. И, в принципе... А, шахтер там. Сейчас с ним разберутся мушкетеры. Так, здесь все. Слушайте, ребят, ой, так, не сильно покоцало. Ну что ж, есть возможность провести такую мегу прям мощную атаку. Вот таким вот составом. Бежим. Давай, давай, огоньки медленно прорываются очень. Сквозь. Да, сквозь мушкетеров. Мушкетер, смотри, продаем. Бам, бам. Давай, давай. Ребятушки, это круто было. Это победа. Так, выставляем мушкетеров. Здесь выставляем, заморозим. Ну, в принципе, все понятно. Мы здесь сейчас шар его разбомбили. И ай, мушкетеров покоцало немножко. Предлагаю ему просто вот такую вот атаку совершить. Тихо. Давайте, бочка. Бегите. 3, 2, 1. Ну, конечно же, мы разнесем. Я даже не знаю, вторую не взяли. Ах, башню. Не взяли, но, ребята. Не вот так вот, ребята, мы сражаемся в онлайне. Здесь у нас... Ух ты! И огромный сундук. Вот это подарочек. Вот это отлично, ребята. Хоть что-то нас порадовало сегодня. Да, вот так мы сражаемся онлайн. Я не могу сказать, что у нас очень крутой скилл, но мы развиваемся, ребят. Да, мы стараемся, играем, как все, так что не судите строго. Всех с Новым годом, хороших праздников, хорошо вам отдохнуть. До скорых встреч в следующих видео, ребята. Всем легенд из сундуков. Пока. Всем пока.